Степан, как вы думаете? Вы подумайте, сколько лет так, у меня была аварийка? Все. Собирали документы. Документы все собрали, вроде бы по букве закона все правильно, а на данный момент люди недовольны. Как вы думаете, не отступятся просто? Я думаю, что нет. Мы сейчас не будем дискуссировать. Это бесконечная дискуссия, мы знаем. Правильно, дискуссия это абсолютно бесконечная. Застройщик, понятно, у него цель стоит. Как это охрана добровольно отправить? Ну как? Конечно. Кому это нужно? Никому не нужно. А почему? Почему? Ломать нельзя. Строить там, где люди не хотят тоже. Для того, чтобы имели, для того вы и я в том числе в свое время голосовали. Выбирали народных депутатов, депутатов из ЦВК. Мы свои права делегировали им. Они от нашего имени, послушайте, они от нашего имени приняли решение. Единственное собрание, которое здесь еще будет решающим, и последним, когда выйдет Кличко, Чумак и Странников, и они скажут, что мы обещаем вам, что мы эту ситуацию исправим, и здесь будет так, как желает народ. Ой, спасибо. Я тоже принесу конфетки. Вот это вот, которое им дают там ворота делать, их тоже.